Всем привет, ребята! С вами мисс Анастасия Шоу, и сегодня у меня вторая часть моего сериала «Валентинки», но мы начинаем! Ой, я забыла сделать день, так что ничего страшного. Ой, ну наконец-то мы в машине, я уже устала. Ладно, все, давайте ложить вещи и все. Да, давайте, дети, уже быстрее, мы опаздываем на полчаса. Я даже училке вашей не написал. В смысле не написал? А чё, вы уже заволновались, что ли? Да. Ну, вот и славненько, давайте, собирайтесь уже. Нам точно конец. Господи, ладно, пофиг. Согласна, нам ничего не сделают. А нам что сделают? Ладно, спокойно. Все, давай, ложим рюкзачок в багажничек, все, заходим. Оп. Ой, ну конец-то, давайте. Нам даже никто помогать не будет. Ага, согласна. Так, убираем. Опс, давай, идем. А что тут мои фигурки валяются и мои? Так, все, ложим их. Оп, лягушечка вот туда, кактусик вот сюда, фотоаппаратик и еще вот такая фигурочка. Все. Так, дайте, пожалуйста. Надо положить лягушечку. Все. Оп. Все нормально, пристегиваемся. О, пап, а мне же можно уже впереди? Тебе? Нет, конечно, нет. Нельзя. Ну, пожалуйста. Ну, можно, я впереди сяду. Нет. Еще не хватало на мне штрафа. Короче, no. Все, садись. Ой, ну и ладно, и так сойдет. Я и тут посижу. Все. Да, не обижайтесь, ладно, все, спокойно. Зато вместе сидим. Ладно, все, спокойно, девочки. Я за рулем как-никак, поэтому телефон на другое сиденье, и сейчас мы едем. Все, давай. Так. Девочки, все, мы приехали. Ну, наконец-то. Да, только нам все придет капец. Ну, я этого не отрицаю, так что давайте, выходите все, забирайте вещи и идите в школу. Сегодня же день Валентина. Ой, мы забыли даже. Ну ладно, значит все равно. Так, идем. Так, рюкзачок это не наш, это вот наш. Все, давай бери и давай мелких ждать. Все, мы уже бежим, блин. Так, мой рюкзак, мой мяч. Это не мой мяч, мой рюкзак. Через 5 минут. Господи, мы опаздываем. Ой, Валя, это не наш класс, это мелких класс. Быстрее. Сегодня еще. Здравствуйте, извините за опоздание. Да ничего страшного, сегодня же день Валентина, поэтому мы сегодня не учимся. Что? Та-та-та-та, найс, Мы сегодня не учимся, это наш лучший день. Так все, давай садимся. Так, я переодеваться, я тоже с тобой. Ну ладно, давай, оп, чтобы меня никто не видел. Значит, я знаю этих пацанов, ага, согласна. Так, не то. Вот, оп, и моё, оп. Все идеально, оп, все убираем. Оп, свешиваем, точнее, убираем, вот, все, идем. Может, поменяемся тогда? О, давай. Все равно твоя одежда. Ага, давай, идем. Здравствуйте, все, мы переоделись. Мальчик, можно, точнее, Миха, пересаживайся. Окей. Мы будем сидеть на последней парте. Ага. Так, ну все, дети, можете делать, что хотите. Точнее, не что хотите, а я сейчас отойду ненадолго. Так, наконец-то я могу отдохнуть от этих детей. Я от них уже устала. Ну ладно, все, посидим. Типа я ушла куда-нибудь. Ну не знаю куда. Ну логично. Куда она ушла? Непонятно. Валентиночки сегодня будут дарить. Здравствуйте, извините за опоздание.
Да, дети, ничего страшного. Заходите. Спасибо. Сегодня мы ничего делать не будем, поэтому идите и положите рюкзачки. Хорошо, мы идем. Мячик возьми свой. А, да, спасибо. Сейчас мы быстро. Так, идем быстрее, быстрее. О, это кабинет старшиков. Давай улыбочки. О, малявки идут. Отдай ему мячик совсем уже. Да, малявки повзрослели. Мы всегда такие были. Ой, все, пошли, пошли. Олеся подтвердит. Да, все, давай, оп-оп. Так, убираем. Все идеально. Совсем уже. Идем. Ой, мы переодеться забыли. Так, переодеваемся. Оп-оп-оп. Все, ищем одежду. Вот моя одежда. Ой, я совсем забыла сказать, что они ходят не в школу, ой, не в садик, а в школу. Я чуть перепутала. Ну ладно, допустим. Сейчас быстренько их переодеваем. Ну да. Оп. Я перепутала. Ладно, оп, сейчас все сделаем. Сделаем как надо. Так. Я, господи, все перепутала. Ладно, вот этот ананас. Ананас. Это кисточка ее. Оп, убираем. Здесь убираем ее телефон. Так, все. Оп. Закрываем и валим. Мы уже тут, как тут. Все, мы уже садимся. Угу. Молодцы, дети. Сегодня мы будем учиться плести. Пожалуйста, бутылочки мы убираем. И сейчас я вам раздам ножницы. Вы их будете передавать, только аккуратно. Давайте мальчикам одни ножницы я даю. И девочкам. Девочка, ой, фу ты. Давай, короче, бери. Мия, Майя, я вас путаю. Я не знаю, кто из вас кто. Все, поэтому садись. Мия или ты Майя? Я вообще-то Мия. Все. Господи, как ее посадить? Ну, короче, я или как ее посадила? Допустим, окей. Давайте я вам сейчас буду раздавать вот такие клубочки. Тебе белую. Или ты какую хочешь? Можно мне, пожалуйста, розовенькую? Да, держи. А мне, пожалуйста, фиолетовенькую. Ну, хорошо. Мне тоже, пожалуйста, какую-нибудь красивую. Ну, ладно, давай тебе тоже дадим розовенькую. Хорошо. Мне еще белая нужна. О, мальчики для нас, кажется, будут делать. Согласна. Интересно, кто кому что подарит? Ой, возьмите эту штучку. Да, хорошо, все убираем. Мне, пожалуйста, синюю и беленькую. Мне тоже синенькую. Ой. Да, господи, дайте мне уже мой синий и желтый. Достали уже. Оп. Немного позже. И, короче говоря, вот что они, мальчики, придумали. Девочек отправили на балкончик, потому что им делают подарки. Ну, они тоже сделали подарки. Ну, ладно, все. Мальчики, идите уж дарите. Заходите, девочки. О, наконец-то. Интересно, что нас ждет. Да, идемте. Сюрприз, смотрите, это все вам. О, май гад! Пойду. Офигеть! Мы сейчас будем вам дарить. Ага. Все будем сейчас вам будем дарить. Так. Ну, иди сюда. Это тебе. А это тебе. Спасибо. Офигеть! Ура! Иди сюда. Хорошо, иду. Это тебе. Ура! Спасибо. Это тебе. Как классно. Так, где он? Пропустите меня. А это тебе. Офигеть, у тебя самые классные подарки. Цветочек. Только он у меня есть. Ну ладно. И вот такая штука. Ага. Класс. Спасибо.
И, короче, из-за того, что это первый класс, училка разрешила им поиграть. Дети, вы можете поиграть. Уху! Наконец-то! Ой! Да, я уже весь урок проспала. Ну ладно, пойдем посмотрю, что там старшики делают. Ну и что вы делаете? Бесимся, что еще? Ну, понимаю. Нам сегодня директор разрешил, что вы делали, что хотите. Так что я погнала. Валентинки, дарить-то будете? Обязательно будем. Хорошо, я сейчас коробку приготовлю, и тогда вы сложите все свои валентинки. Господи, еще коробку где-то искать. Достали! Тем временем они... Так, давайте... Ой, это займет долгое время. Ну ладно. О, а у кого есть валентинки? У меня. У всех есть. Ну ладно, давайте ждать коробки. Через 5 минут. Коробку! А я даже ничего не искала. Сейчас, дети, я уже ищу. Да, ищу. Да, утюг я нашла. Вот коробки не нашла. Пойдем дальше искать. Я нашла лейку и вот эту штуку. А коробку не нашла. Будем дальше искать. Ищем. Бум! Я нашла коробку! Так, посмотрим, что в ней. Ножницы. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас все уберем. Все, несем. Наконец-то коробка! Да, ребята, я ее нашла. Я крутая. Через полчаса. Может, уже хватит, а? Мы тут уже над вами ржем. А, ну да, точно. Давайте, все. Ложим в эту коробку все ваши открытки. Окей, хорошо. Так, идем, ложим. Оп, все идеально. Так, опа, все, положила. Так, идем, ложим. Так, оп, моя открыточка. Моя валентинка, если что. Ну да. Ладно, все, давай. Ложим. Так, оп. Ой, на голову мне и не надо. Так, оп, все. Давайте еще один урок, и я принесу эту коробку. Точнее, я сейчас ее положу наверх, потому что мне ее девать некуда. Поэтому все, давайте. А сейчас мы будем садиться и открывать. Окей. Интересно, кто кому сделал? Так, все, ума не приложу. Ну, давайте, сейчас мы узнаем, кто тут в кого влюблен. Давайте, все. Окей, садимся, куда хотим. Давайте, мальчики, на последнюю парту. Давайте, я вас сама рассажу, хотя ладно. Мы сказали сегодня, кто как хочет, так садится, поэтому давайте. Садимся. Так, ну мы все сели. Давайте сейчас узнаем, кто кому там написал. Так, смотрим. Первое, что я вижу. Так, это у нас Артём. Так, я говорю, кто встает, тот встает. Артём. О, господи. О. Так, спокойно. Давайте. Он написал. Так, Лизе. Мне. Ну да, чё? Чё вы ржёте это сразу, блин? Все, давай, пошли. Ну ладно, держи, это твое письмо. Ну да. Окей, хорошо, спасибо. Ну да. Так, дальше смотрим. Это у нас от... От Олега. От меня. Ой, сейчас опять Ржека будет. Это он написал Маше.
Ну да, да, спасибо. Огромное спасибо и до свидания. Да, я только знал такую реакцию. Что вы спорите, ребята, не надо спорить. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, мне ты вообще не нравишься. Ну и ладно, Мивиков, да теперь все равно на тебя. Сам ты, блин, достал. Ну, после этого всего меня это удивляет больше и больше. Может, от девочки скоро попадется? Это у нас от Олеси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, мне нечего волноваться. Она написала Тимуру. Спасибо, спасибо. Огромное спасибо. О, господи. Да, ребят, заканчивайте. А, да, конечно. Все, уже заканчиваем. Заканчиваем. Ладно, наконец-то сейчас узнаем, кто дальше. Ага, давайте дальше смотрим. О, это письмо у нас от... Короче, ребята, я решила два письма сразу взять. И поэтому сейчас узнаем, кто кому написал. Это он от... Ух ты, ё-моё, вставай давай. Вот ты... Хорошо, встаю. И ты... О, май гуд. Опять 25. Ну, короче, вот, забирай тебе вот эту штучку. Тебе вот это. И сразу садитесь. Ага. Окей. Ну, давайте дальше. Дальше опять два письма. Дальше вот эти. Так, это у нас... Так, вставай. Олеся, чё, опять? Ну да. И у нас встаёт, вот он. Это от тебе, это тебе. Точнее, это вообще не тебе. Это вот этот чел написал еще вот этой чел. Ну да, типа того. Ах ты так, ну и ладно. Все, я ухожу от тебя. Ну ладно, ладно, спокойно. Какое-то письмо драное. О, господи. Это что, любовь взаимная? Нет. Ну и ладно, больно это мне и нужна была. Это вообще пранк. И слезь с моего места. Слезаю. Ой, я тоже. Да глупо. Ну, давайте последняя открытка. От. Сейчас будет что-то нереальное. От Олега. Окей. Сейчас. Кому попадется? Это мне? Ну да, а чё? Садись, два! Да. Ну ладно. В смысле два? Я думал... Два! Садись! Ладно, спокойно. Я уже сажусь. Сажусь и все, я уже ничего не делаю. Ну вот и правильно. Господи. Там какое-то еще письмо. Кому это? Вы издеваетесь. А что такое? Это ты опять мне написал? Ну да. Два! Хорошо. Давай так два. Уже спорить не буду. Да, ребята, вы совсем уже... Это сосиска. Ну, красивая сосиска, конечно, Олег. Но это все убираем. Фу, господи. Так, убираем. Наверх. Давайте, делайте, что там хотите. Читайте свои открытки. Ну, да, только мне никто даже не сделал открытку. Ну, так тебе и надо. Никто тебе не будет делать открытки, ну и ладно. Больно и не хотелось.
Ладно, ребят, все, я пошла от вас. Подальше, вот здесь буду сидеть, и начну какие-то странности. Спрячемся. За шкаф. Спрячемся от вас. Мальчики, задвиньте шкаф, я боюсь вас. Окей. Окей, сейчас задвинем быстренько. Оп-оп. Училку задвигаем. Если что, вы сами попросили. У нас есть видеозапись, где вы нас сами просили. Так что в полицию мы не пойдем. Хорошо. Только когда я попрошу, вы меня откроете. Девочки, если они не откроют, то тогда вы за главных. Окей. Все, надо учительнице сказать. Смотри, Оля, что такое? Короче, я хочу от них подальше спрятаться. Ничего не говори, пожалуйста. И, короче, мне надо в шкаф чтобы мне мальчики в шкаф задвинули. Если через час, ты меня должна открыть. Потому что на девочек я не рассчитываюсь. Хорошо? Могла бы у меня посидеть. Не-не-не, я хочу за шкаф спрятаться. Да, я знаю, что я странная. Ну ладно, все, задвигайте, я сказала. Окей. Раз, два, взяли! Вот и все сделали. Ура! Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока-пока!